Отказ от пластика, от полиэтилена, массовые субботники, мероприятия тематические для образования подрастающего поколения. Вот все больше крымчан, все большее количество крымчан начинают заботиться об экологии родного края. И здесь, кстати, есть ряд нововведений. Действительно, и про одно из таких нововведений сейчас нам расскажет гость, который на студии. А у нас сегодня Николай Любомирский, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета. Доброе утро, Николай Владимирович. Ну что ж, сразу же хочется спросить, а вот биопозитивные технологии строительства, что же это такое? Биопозитивные технологии, я думаю, нет смысла большого говорить об экологии, да, о ресурсосбережении. Эта тема, наверное, изъезжена уже давным-давно и у всех на слуху. Вот биопозитивное строительство – это один из таких серьезных шагов, я бы сказал, к зеленым технологиям. Причем мы сейчас можем это уверенно уже говорить и такие термины употреблять – зеленые технологии. Буквально в этом году в Российской Федерации вышел предварительный национальный стандарт, который так и называется. Зеленые технологии, термины, определения, критерии. А что же это значит? Зеленые технологии должны соответствовать четырем таким важным факторам. Природоподобие, это как говорится в стандарте, биопозитивность, комфортность, безопасность. Вот те технологии, которые мы разработали у нас в Академии строительства архитектуры, в буквальном смысле соответствуют всем этим четырем критериям, и их можно отнести к зеленым технологиям. В первую очередь, это технология, которая в своем производстве использует углекислый газ, тот парниковый газ, который портит всю окружающую среду у нас на планете. Причем, если учесть то, что буквально этим летом Земля перешагнула такой серьезный рубеж, и концентрация СО2 в атмосфере превысила все возможные концентрации, какие были в истории планеты Земля, то, наверное, эти вопросы, на мой взгляд, очень актуальны и злободневны. Вот. Если вкратце о нашей технологии, то да, действительно, в технологии используется этот углекислый газ. Причем изделия, строительные изделия, как правило, стеновые изделия, изготавливаются исключительно на наших отходах, крымских отходах, это известняки и отходы известковых производств. И вот в результате взаимодействия углекислого газа с портландитом или известью, да, обычной известью, происходит реакция карбонизации, превращается известь в очень твердый, прочный камень. В результате мы получаем высокопрочное, качественное изделие строительное. Вы говорите, что в основном такая технология при работе со стенами, да, если я правильно вас понял? Стеновые. Пока мы над стеновыми материалами работаем. Хорошо, а какие-то, может быть, есть перспективы? Как-то еще можно использовать? Конечно, есть. Мы уже разрабатываем другие отходы, какие есть в Российской Федерации. В частности, мы работаем сейчас над нефелиновым шламом. Это страшный отход от переработки сырья для производства алюминия. Страшный в том плане, что его накопилось большое количество и практически никак не используется, потому что использовать его можно крайне ограниченно. А вот в нашей технологии он прекрасно реагирует с углекислым газом, превращаясь в камень, из которого можно делать и тротуарную плитку, и бордюрный камень, и стены, и так далее, и тому подобное. А вот такие вещи, насколько они будут прочны? Вот если говорить о стенах, о тротуарной плитке, они будут равносильно тем же материалам, которые мы используем сейчас, или же все-таки у них будет другой срок действия, годности? Вот по прочности могу вам сказать определенно. Вот кирпич, который мы все используем, керамический, это марка кирпича 75-250 килограмм на квадратный сантиметр, прочность, которую он выдерживает, усилия. Наши кирпичи, которые мы получали, марка 400, марка 700.
То есть еще крепче, практически в два, в два с половиной, практически в три раза могут превышать прочность традиционных материалов. То есть, как следствие, наверняка многие сейчас заинтересуются этим. Можно ли говорить о том? Мы надеемся, причем вот этими технологиями в Российской Федерации практически никто не занимается. Мы были первые на Украине, которые этим начали заниматься. Я думаю, где-то в это время и в мире тоже начались эти разработки лет 10 назад. Мы, наверное, первые были в Украине, которые употребили термин «биопозитивность» вообще. Но вот сейчас в России, после того, как мы познакомились с коллегами в Белгороде, с коллегами в Твери, я смотрю, что там тоже потихоньку обращаются к этой теме получения карбонизированных материалов, использования СО2 для производства строительных материалов. Так что я надеюсь, перспектива у нас будет. Раз такой опыт перенимают, значит, в этом действительно есть смысл, значит, это уже о многом говорит. Хорошо, а перспективы на будущее какие есть в этой деятельности? Перспективы на будущее мы планируем сделать, кроме такого высокопрочного материала, хотя вот иногда некоторые скептики говорят, зачем нам такая высокая прочность запредельная. Мы хотим сделать на основе таких технологий более легкий теплоизоляционный материал, тот, который востребован сейчас на рынке. Причем для производства такого материала мы планируем использовать, опять же, отходы сельского хозяйства. Это и солома, это и костра лубяных культур, это рисовая шелуха, замечательно подходит. И весь... Ну, фишка в этой технологии, да, можно так сказать, такой смак, это то, что мы эти материалы можем получать за считанные минуты. И если мы знаем изделия на основе бетона твердеют 28 суток, да, нужно ждать, либо ускорять, как минимум сутки на это уходят. У нас материалы получаются от 15 минут до полутора часов. А вот такие вот теплые материалы, про которые я начал говорить, над которыми мы сейчас в данный момент активно работаем, они вообще могут получаться за 1-2 минуты, причем непосредственно в форме формования. Вы уже так в некоторых деталях описали строительство дома, да, что вот такие вот вещи можно при строительстве использовать. Безусловно. Можно ли говорить о том, что однажды здесь, в Крыму, может быть, в России, появятся дома, которые сделаны полностью вот, из биопозитивных материалов? Очень сильно надеюсь. Да, вот если в планах даже, у вас. Где-то уверен, потому что, ну, если верить теории Вернадского, да, вот та ноосфера, которая создается вокруг технологий, карбонатных технологий, технологий карбонизированного твердения, я думаю, что через лет 5 мы к этому придем, безусловно. И если брать тенденции в мире, а там как-то вот инновации немножко быстрее продвигаются, к сожалению, чем у нас. Там уже на всю работает технология такая, как Solidia в Америке. Причем она получила престижнейшую премию за инновации в мире. И в Англии работает подобная технология Carbon Buster. Но они делают немножко все по-другому, не так, как мы. Да, они там карбонизируют цемент. Используют углекислый газ, по сути, как ускоритель твердения. А в Англии производят кирпич прочностью 7 килограмм на квадратный сантиметр. Николай Владимирович. Время, к сожалению, подходит к концу, немножечко ограничено. Мы благодарим вас за такую увлекательную и полезную, самое главное, беседу. И напоминаем, что сегодня в студии у нас был Николай Любомирский, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета. Спасибо вам. Но я уверен, что вот такие технологии наверняка войдут в историю, станут для нас обычными, привычным делом. Это все будет, и когда-то мы будем вспоминать вот эти дни, когда все это зарождалось, развивалось, когда-то это войдет в историю, но о том, что уже вошло в историю, мы поговорим дальше.